Всем привет! У нас 3 часа дня, а до сих пор лед. Очень холодно. Выпал снег. Падал прям снег. Я вам снимала. А к тому же снег был прям еще ночью лежал. Лёг. С утра был снег, и вот я вам как показала, было прямо, смотрите, снег ложился. Ну, все, конечно, повредилось. Все повредилось. Жалко, что вот еще цветет уже немного вишня. Ну, может быть, хоть что-нибудь останется. Вообще переживаю. А тут уже подтаяло, а там вот нет. Ну, все было во льду и снег. Ой, не знаю, что тут теплицы. Ну, в теплице тепло. Теплее, конечно. Земля холоднющая. Я вообще планировала уже в субботу, в воскресенье вот здесь вот посадить хотя бы помидорки. Но не знаю, смысл сажать. Люди говорят, кто вот живет ниже по реке, к реке, ну, небольшой речке, да, что цветочки подсохли, полю сейчас. У них все побило даже в парниках. Хотя накрывали. Какой-то надо бы крючок сюда, чтобы не открывалась дверь. Ладно, сейчас быстро глянем, что творится. Лежит у меня огурчики. Сюда росло. Ну ничего, крючится, конечно. Ну ничего. Терпимо. Или один задел все-таки. Вот тут не так, как видите, не вижу. А, один, наверное, все-таки задела. Да. Очень жаль. Один задела вот в траве, который ничего. Так, под стаканчиками все нормально. Дети подземелья живут. Так, смотрите, не мороз, а слизни, что ли? Капец. И ножка прям вот... Так, это что за здрасте? Напишите, кто знает, кто это за жители. Ну, по-моему, на слизни похоже. Это что еще, здрасте, приехали? Возможно, и тут точно так же. Так, где у меня огурчик? Нет, ну это внушка есть. Господи, не одно, так другое. Так, сейчас вот сюда поставим. Потому что оно тоже уже такое что-то, ну не знаю, печальное. Кто сидит, а вот там печалька. Вот тут. Смотрите, тоже какой. Либо тоже кто-то ест. Капец, короче. Ладно, закроем. Может быть, отойдет. Так вот. И куда еще поставим? Вот сюда. Так, хоть остальные давайте глянем. Солнышко немножко ушло. Вот вроде ничего, но тянется. Так, тут ничего по-прежнему не сходит. Кстати, я занесла домой. И тоже ничего не сходит. Так. Так. А это мне, наверное, даже было... Я что, не пойму. У меня это было... Ну, вот сюда... Вот, по-моему, даже семечка там стоит. Она просто не всходит, лежит. Ну, потеплее будет, подсажу. Что теперь делать? Там кто-то напал. Все не как у людей. Вот этот огурчик спрячем. Ну, я не знаю, какой-то прям вялый, мне кажется. Надеюсь, его никто не ест.
пускай греется. Ножка растет. Ну как она, плохо, конечно, растет. Тоже закрыто. Ну, вроде бы чуть-чуть обещают потеплее, но не знаю. Так, я расстроена. Огурцы придется подсаживать. Но опять-таки, вот сейчас подсаживать смысла нету. Подсажу на следующей неделе. Ну, на следующей неделе, как потеплее будет. Ну, а куда деваться? У нас такая погода. Потому что они будут просто тупо лежать. Тут, вон мелкий сидит. Что-то тянется, что-то сидит. Остальное пойдет, ладно. Все пока влажное. Там и тоже что-то огурцы либо не закрыты были, либо задело, либо кто-то пожрал. Кто пожрал мои огурцы? Ну, можно будет подсаживать, короче. Ладно. Ну и редиска, естественно, тоже не особо растет на таком холоде. Так, тут и огурчик задел новый. Ничего, сидит. Ну, не грустный, а там грустный. Ладно, будем садить еще. Тут они даже вот видно вспотевшие, там тепло у них. Так, прикрываем все это дело. И уходим, чтобы не морозить. Такие пироги. Так, цветочек сейчас полью. Чуть пересух один. Как будто бы муж померз тоже. И еще муж, правда, померз, что ли. Грустят. Сидят. Ну так сухие, не сухие. Не знаю, что надо. Одной рукой неудобно. Так, ладно. Ну, такое себе терпимо, конечно. Будем подсаживать, ладно. Попозже еще. У нас опять, ну, такой ветер. Чем? Еще когда солнышко немножко более-менее. Ну, я прям подожди. Ветер слышен. Так, здесь петухи орут. Так, здесь в среду купила клубнику. Она говорила, не буду покупать, сама купила. Ну, взяла 20 штук на 500 рублей, грубо говоря. Вот. Конечно, не есть хорошо, что так лежит. Но я считаю, надо немножко полить. Прям чуть-чуть хотя бы. Воду взяла немного. Потеплее. Ой. Тоже подсыхает земля. Сразу не поливала, но на вид ничего стоит. Опять закрою. Пускай так приживается. Так, полила клубнику, заново закрыла. Пускай так будет. Ветер опять поднялся. Чуть-чуть тучка и ветер. Роза прикрыла ведрами. Ну, как смогла, укрыла. Город по-прежнему не обработан, ничего не сажено. 10 мая. Уже не помню, когда последний раз на 10 мая не было что-либо сажено. Было уже был обработан обычный огород, сажено лук сажен. И также садили 9 мая картофель. Но в этом году я не знаю. Думаю, к 25 посадим. Помидорки тоже высаживать не знаю. Наверное, скорее всего, не будем. А смысл? Если даже по двумя... Ну, я не знаю, может, он кто-то поел все-таки. Не мороз попал. Ну, ладно, будем подсаживать. Еще одну чуть позже, когда станет теплее. Такая у нас обстановка. Облака. Еще когда солнышко более-менее, когда солнца нет, холодно. Вот такие новости огородные с полей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Всем пока!